6% владения мячом в пользу Реала. А толку-то? Толку от этого владения мячом. Хороший перевод. Карвахаль. Бензема. Как-то потерялся Бензема на поле. Да и не он один. Бензема. Карвахаль назад. Илья Раменди. Модрич. Неплохо. Карвахали простреливает. Да, и момент у Реала. Вот так вот. Класс есть класс. Гаррет Бейл. Счет, пожалуйста. Счет открывается. Когда его закроют, это знает, наверное, только сам Гаррет Бейл. Вот такой дебют. Как у Кости Базилюка сегодня в матче ЦСКА Ростов. Здорово было разыграно, но и молодец Карвахаль. Здорово прострелил. Дорадо не успел эту передачу перехватить. И Бейл опережает Марио Гаспара. Практически выносит мяч в ворот. Вот-вот английский футбол. Вот здесь Бейл поработал мышцами. Выиграл позицию и свой традиционный жест сердечко кому-то там адресовал. Может быть, просто в камеру. Вот такой дебют у Гаррета Бейла в составе новой команды. Ничья 1-1. Но вот если гол Вильяреала напрашивался, то вот гол Реала абсолютно не вытекает из логики матча. Но на то он и Реал. На то класс игроков этого клуба, чтобы неудачно складывающихся матчах